Здорово всем, народ! Рэпер-трейдер на связи. Итак, какие у нас новости? Новости у нас следующие, что заблокировали мою группу ВКонтакте, заблокировали, непонятно из-за чего заблокировали. Администрация говорит, что спам, но откуда спам, я вообще не понимаю. Может быть, кто-то на меня как бы спамил мою группу и как-то из этого заблокировали, но я не думаю, чтобы... Короче, я не знаю, мы сейчас все выясняем, но поддержка там долго отвечает мне. Надеюсь, что скоро это все закончится. По поводу конкурса, то, что в группе, я конкурс обязательно проведу, я сделаю стрим. 1 марта будет стрим, конкурс будет, розыгрыш всех призов, все обязательно народ будет, не переживайте. Не переживайте. Итак, по поводу группы с сигналами. Там все нормально, там торгуем, там вообще никаких претензий. Группа, моя группа рэпер-трейдер никакого отношения к группе с сигналами не имеет, так что все нормально. Что еще? Пока что вся информация, народ, у меня на стенке ВКонтакте. Пока что вся информация в моей группе. Не в моей группе, а на моей личной странице. Вы мою личную страницу знаете, так что все, следите за новостями там. Все вопросы задавайте мне пока в личку. И за прием заявок в закрытую группу тоже будет через личку. Пишите мне сообщение мое в личку. Но это пока я с группой, пока я с группой не порешаю, пишите все в личку. Пишите прими в команду. Почему прими в команду? Чтобы я уже знал, что это идет через личку все, что... Потому что некоторые еще пишут рэпер добавь. Уже пишите, народ, прими в команду. Еще, я думаю, будет повышение. Вот здесь. А что еще? Какие новости? Замутила себе наконец-то VIP-счет. Блин, народ, как же приятно все-таки торговать с VIP-счетом. Потому что, ну, это тебе не 50 и не 100 баксов. Настолько уверенно себя чувствуешь. Я, кстати, еще не торговал на таких деньгах. Ну как, торговал я, когда начинал на Q-Option. Когда залил 500 баксов, сделал с них 700 и все слил. И тогда я вообще не знал, что мне делать. Я просто думал, это конец света. Ну, когда я еще начинал. Я просто, не знаю, мне умереть тогда хотелось. Это были последние деньги мои, заработанные с Ютуба. Я тогда начинал на Ютубе. Только-только начинал подниматься. И решил, все, я заливаю все в бинарки, сейчас буду подрывать. Ага, подорвал. И потом я уже понял, что мне лучше торговать с маленькой суммы. Как бы потом заработки упали. А теперь уже все как бы пошло нормально, в группе все нормально. Так. Сейчас у нас... 12 ночи, волатильность маленькая. Я всегда торгую ночью, потому что я днем не могу записывать видосы, потому что днем мне дают сигналы. Волатильность рынка маленькая, и приходится вот на минутках ловить вот такие вот скачки. Ну давай. Упади под конец. Возврат. Так, ставлю я себя для, на этом, ну тут есть, успел поставить. Для себя я решил так, что я себе поставил вот ограничение, как бы 10% от депозита. Если я проигрываю 100 долларов, я на сегодня не играю. Вот я себе поставил такое ограничение, конечно, если у тебя такой депозит, можно ставить такое ограничение. Ставочки у меня по 5 евро, 0,5% депозита, это очень круто. С 10 долларами и с 20 так, конечно же, не получится. Прикольно торговать, вот когда ночью вот этот график строит дома. Днем вы такого графика не увидите, прямого. Есть.
Хотел я вам вот это вот все рассказать по поводу группы. Буду, конечно же, все решать. Я не знаю, кто это так на меня. Все делаю честно, все конкурсы провожу, все разыгрываю. И банят. И за что банят, непонятно за что. Ну, вы сами знаете, что с контактом сейчас такие вот траблы. Траблы, проблемы. Трабл по-английски проблема. Что с контактом сейчас такое творится, они могут просто забанить, не объяснять причину, и ты ничего не добьешься. Ну, будем, конечно же, добиваться. Если, конечно же, через пару дней группу не разблокируют, я начинаю новую, тоже туда конкурс, все там будет так же. Вы все быстро успеете, я думаю, еще осталось нормально дней, так что все будет нормально, не переживайте. Мою страницу вы знаете, все меня вы знаете, ничего не переживайте, все будет отлично. Просто многие начинали, как же так, что теперь делать, группа закрыта. Да все нормально, продолжаем работать в том же духе. Сигналы продолжают выходить. Сейчас вообще волатильность очень низкая, видите? Вот, давайте словим. Волатильность низкая, график не колбасит в разные стороны. Трендов явных здесь нету. Здесь как идет все по одной линии, так оно и продолжает идти. Вот такая вот особенность торговли ночью. Днем у нас тренды, развороты всякие. А здесь оно как выбрало направление, так оно в одном направлении и валит. Спасибо вам за поддержку, просто многие мне пишут, что мы можем сделать, чтобы группу разблокировали. Ну, я думаю, ничего нельзя сделать. А что можно сделать? Попросить ВКонтакте? Ну, не знаю, спасибо, конечно, вам, народ, за поддержку. Так что не переживайте, все будет нормально. Конечно, обидно, да, что я подвел людей, вот это мне немного обидно, они там за конкурс. Но я конкурс проведу, даже я понятно, что уже с этого конкурса никакой, типа, не получу пользы. Ну, какой вообще пользы? Типа рекламы. Я, если обещал, что я разыграю вам эти деньги, я разыграю. Кстати, вот недавно же прошел конкурс, все было четко. Людям понравилось, я разыграл 30 тысяч, столько было наплыва. В первый раз люди все выкупили, что все нормально. Отлично. Так, сколько? 15 евро уже есть. Вот это я люблю такую торговлю. Потихонечку, уверенно. Еще, народ, буду проводить такие конкурсы, чтобы пополнять вам, типа, кошельки. Но просто много сильно умных людей, которые я просто планировал вообще, типа, просто скидывать людям на кошелек, и пусть они пополняют, даже так делать. Но много умных таких ребят, которые скинул деньги, а они счет не пополнили. Также, что еще хочу сказать, что подписывайтесь на мою инсту, потому что в инстаграме я буду выкладывать еще влоги, как бы мини-влоги буду выкладывать по одной минуте, и всю информацию тоже буду там выкладывать, то есть почти каждый день буду стараться пилить видосы там, ну такие короткие, по одной минуте, и там буду все вам рассказывать тоже. И тоже там будут конкурсы в инстаграме, тоже будет на 10 тысяч конкурс, сначала я планирую провести на 5 тысяч. И только среди тех подписчиков, только среди живых, то есть не среди там каких-то магазинов. А, не успел, так хотел на понижение поставить. И думаю, тоже вот с 15 так марта тоже буду проводить конкурс на эти бесплатные аккаунты, тоже буду вам пополнять аккаунты. Короче, будет много, много будет всего. Ну все, хватит на сегодня. Вот сегодня все шикарно, поторговали, остановились. Итак, народ, все нормально, подписываемся, куда подписываемся? Некуда уже подписываться, да? Подписываемся на мой YouTube,
всю информацию, следим за информацией в моей группе ВКонтакте. Какой группе ВКонтакте, блин? На моей странице ВКонтакте. И группу скоро разблокируют, все будет нормально. Спасибо вам за поддержку. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.